День. Здравствуйте. Алло, Саша, это Наталья, блогер. Сашенька, ты узнал? А, Наташа, привет, ага. Как ты, расскажи, как ты поживаешь-то? Жив, здоров, сижу. Ну, хожу только в класс тут на Одесску, где я живу. Да, да, а где ты находишься, в каком убежище? А чё я должен бегать? Мою там и ноги не было, ты меня извини. У квартиры все время ночу. Я поняла, ты у квартиры. У себя. Ну, у тебя там тихо, Саша, тихо там на Одесской. Ну, на Одесской тут, ну, слышно где-то. Ось, и сейчас слышу, и стреляю. Да, где, может, за 200 километров, откуда я знаю. Слышно, где-то стреляют. Ну, береги себя, береги себя. Ты ж смотри, аккуратно. Ну, Наташа, это, дай бог, как говорится, встретимся на танцах. Я тоже так думаю, Сашенька, встретимся на танцах, солнышко. Да, пока потанцуй. Ой, ну молодец. Ну, спасибо, а чё бы не. Ну ты меня порадовал, да, молодец. Да, а там 9 мая, День Победы, одену форму свою военную. Я что, жил как-никак, это сейчас. Я так и поняла, Саша, так и будет, все будет хорошо. Мне 65 лет, в конце января было, то уже никуда меня. А берут же только с 18 до 60. Ну, я знаю, а мне, Саша, да, я знаю. А мне 65. Ну, сижу дома. А вот с кем так. ты общаешься? Есть соседи кто-то рядом? С кем общаюсь? А вот, слышишь, телевизор. С телевизором, я поняла, Саша. С телевизором, я живу сам. А жены есть, меня... есть еда хоть, есть кушать что-то? О! Ну а как же, вчера пришла пенсия, это 2890, и сегодня пошел уклад, ну правда, где-то сейчас стоял в очереди, набрал карточку и рассчитался на 300. Хорошо, Саша, я поняла, слава Богу. Да, что набрал, у меня есть и макароны, там все, все есть. А дома тепло, тепло, вода есть, есть. Ну, за горячую я не знаю. Ну, главное, холодная есть, да, и тепло есть. Да, холодная вода есть, а горячая я ее не пользуюсь. Саша, я тебе передаю привет. Я сейчас с мамой и с Ирой, блогершей, в Чехии. Мы уехали, Сашенька. А, ты в Чехии. Я вот это тебе звоню, чтобы узнать, как ты, потому что давно ж не слышала тебя, Сонечка. Все в порядке, Наташа. Ну смотри, Саша, я рада, что у тебя все в порядке, Сонечка. Хорошо. Все в порядке, да, хорошо. Тогда до встречи на танцах. Наступит Давай, мир, Наташа. Наступит мир, и мы встретимся, Сонечка, хорошо. Встретимся обязательно. Хорошо. Пока, пока, пока. Пока, Наташа. Спасибо за звонок. Пока, пока. Приятно было тебя слышать. Я тоже очень рада. Пока, пока. Пока.